40 рублей. Пожалуйста, 40 рублей. Ценку менял. Пожалуйста, спокойненько. Я просто снимаю. 50 пойдет. Тогда вот 50 будет. Пойдет, вот там. Вот смотри, здесь сколько просто. Бесплатно отдайте, мужчина. Это 100 рублей торгует. Даже больше торгует. Я думаю, бесплатно цветы надо раздавать. Бесплатно? Конечно. Завтра какой-то день, правильно, вот замечательно сделал. Завтра после обеда бесплатно. Почему после обеда? После обеда уже поздно. Потому что 8 марта. Надо только... Так надо сразу с утра давать бесплатно, а не после обеда. А завтра бесплатно. Завтра уже будет не надо уже. Да, потому что цветы надо заранее дарить, а не после, когда уже праздник на исходе дня. Вот. На какую цену у вас цветочки? У тебя 100 рублей не можно. Так. Тюльпан 50 рублей. Такой 100 рублей. 100 рублей такой? Да. Выбираем тюльпан. Угу. Пожалуйста, мимоза, распродажа, подходите, своя гора. А пара золотой парень, молодой прогорит. Хорошо, отлично. У вас почем цветы? А? Почем? 50 рублей цветочек. Один? Да. 50 рублей. Да. Тюльпан? Да. Батюшки, а почему так дорого? Там и закупка дорогая. В этом году 70 было, в этом году 50. Ужас. Ужас. Мы их не покупаем по 200 рублей, чтобы 20 рублей продавать. У них заходит 43 рубля. Гуманитарной надо деятельностью заниматься, женщины. Праздник-то на носу. А вы? А? Вы занимаетесь? Да. Вот берите. Понимаете? Я вот, например, от всей души вас поздравляю с наступающим праздником. Спасибо. Удачи, здоровья, счастья, что? Любви. От этого в кармане ничего нет. А у вас почем цветочки? 60. А? 60? 60? 60. Только срезанные. А откуда цветочки? Местные. А, местные? Теплицы, конечно. И из этого, из совхоза Дзержинница или откуда? С оранжереи. А, с оранжереи? А что, еще у нас оранжерея существует? Конечно. А? Конечно. Серьезно? Я что-то об этом даже и уже забыл, понимаете? В частных руках. Это вот находится, который в Бабушкино там. Серьезно? Батюшки. А я вот летом бываю там вообще-то много раз. И как-то вот обходил вот эти вещи. Что-то там все... Все нормально там. Запущено где-то что-то, а? Или там вот где-то старые, вот которые-то есть, они не рабочие, да? Они бесхозные. А ваши где тогда это? Там же, в тех краях, да? Вон еще. А я еще тогда подумал, батюшка, неужели так оранжерея прекратила свое существование? Работает. Нет, работает? Конечно. Ясно, понятно. Ну ладно. На какую цену у вас цветочки? 100, 200. 100, 200? Да, вот 200, смотри. А ради праздничка-то, наверное, надо уступать? Да, это 200, это 200. Вы понимаете, в чем дело? Я хочу сказать, вот на носу праздник, а у вас такие цены. Почему? А потому что 30 километров езжать, перенести, продать дешевле. 30 километров. Ты что? Надо, наверное, скидочки все-таки сделать какие-то. А это что такое? Это варварские цены. Абсолютно варварские цены. Ну? Что вам там не нравится? Вот у вас какие, девушка, цены? 50, 60. 50, 60. Букетик? Нет. Или цветочек? Цветочек.
Видите, цветочек, но не букетик. Я думал букетик, а у вас цветочек. В охапке вот это вот сколько вот примерно будет? Цветочков. Цветочков именно. 11, наверное. Сколько? Штук 11 выйдет. 11 штук? 11 штук. Умножаем на 50. Мы математики. Нет, я хотел спросить ее, у нее с математикой все в порядке или нет? Нет. Я не буду этого отрицать. Это ваши цветочки, да? Нет? Я всегда готова признать. А от какой компании торгуете? Там на столике вот под шариками. Девушка, вы вот торгуете и не знаете свою компанию, от какой вы представляете цветы. А? Мы 2 дня торгуем. Ну нет, я вижу, что вы молодые. Школьница, наверное, да, девушка? Нет? Студенты. А, студенты? Мир чудес? Ага, понятно. Ясно. Ну, успех вам в продаже. С наступающим вас праздничком. Что-то вообще никто-то не радостный никакой, вот прям в продаже. Надо как-то быть подобрее, поживее. Конечно, конечно. А? Все добрые, живые. Ну, елки-палки. А вы отвернулись от народа? Я шевелюсь. Вы к народу обращаетесь, к женщинам. Ясно. С праздничком вас наступающим. Удачи. Вот видишь, Ир, одно и то же, одно и то же. О, вот, 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 милый, пришел поздравить всех женщин, да? Пришел поздравить всех женщин. Молодец ты мой, хорошенький мальчик, хорошенький мальчик. Ух ты, кушать хочешь, наверное. Ир, у нас есть что покушать? А? Откуда? Я что, с собой что-то таскаю? Хорошенький. Это бесхозный, что ли, или я что? Я откуда знаю? Бесхозный собак, такая хорошая. Он должен быть этот, чей-то. Это ведь хозяйский пес, потому что он упитанный. Гляди-ка, Ир. Ну, я не знаю, чей это вообще. Хороший пес-то. Я бы забрал, у нас дома вот так своих. Накормить песика-то бы надо. Но он вообще-то упитанный, я поглядел. Он упитанный. Приветствую. Здорово. Торгуем? Хреновку заделал? Нет. Нет? Ну вот, видишь, а я пришел, как обещал. Ну, заказать. Ну ты думал, в раздумьях был. Ну. Пропал, тут несколько лет не было, появился. Пропал. Ну ты видишь, я в работе весь. Понимаешь? Чем? Вот. Вон, видишь? Вот бабушки встретились. А чего? А почему у вас цветочков нет, бабушки, а? Еще не подарил никто вам никто цветочков? Не подарил. А? Никто еще не подарил? Еще прошлогодние стоят. А живых не надо вам цветочков? Или вы сами как цветочки? Не надо. А? Не надо нам цветочки. 100 рублей они. Зачем? Ну ладно, вы сами как цветочки. Ой, спасибо. Вы сами как цветочки. Здоровья, счастья вам. Спасибо. Вот, иди сюда. Это хозяйский, да, пес? Возьмите, он ничейный. Нет, у нас тоже скотина дома есть полно. Ну. Есть, да. Жалко. Ну что, я как обещал, пришел к вам. Продукция, говорят, у вас хорошая, жена вот. Ну что, скажу. Чем вообще вы торгуете? Товар. Расскажите о товаре о своем. Ну как это? Ну, я, понимаете... У меня, вот понимаете, у меня глаза разбегаются вообще от изобилия вот этого у вас. Именно у вас. Вот. Все вкусно, очень вкусно. Просто я все не пробовал еще пока, но я думаю, потихоньку мы будем вас брать и как бы оценивать ваш товар. Вот. Огурчики, конечно, у вас классные. Я уже попробовал. Капусту еще пока не пробовал. Когда зубы вставлю, попробую обязательно. А? Ну это дело моей жены. Как она сделает, так и будет. Вот. Я хочу что вам сказать, женщины, с наступающим вас праздником. Всего вам хорошего, доброго. Вот. Будьте всегда красивыми и в хорошем настроении. Как сейчас я.
именно. Вот, да, потому что вас развеселить только может только мужчина. Конечно. Вот. Ну ладно, всего вам доброго, удачи. Покупателей нам побольше. Вот. Ну и все, сейчас, сейчас зазовем немножко, сейчас всех привлечем. Я представляю независимый народный репортаж города Дзержинска. Вот. И, значит, все, что я снимаю, я выкладываю в интернете. На Дзержинское телевидение я никогда ничего не отсылаю ничего, потому что Дзержинское телевидение много кое-что не показывает. Вот. А я... Просто-напросто, так скажу, патриот.